Подводный мир очень богат своими обитателями. И сегодня мы будем учиться рисовать песочную медузу. После того, как мы приготовили песочный фон, рисуем форму зонтика и большим пальчиком вырезаем ее на песке. Еще такая форма называется полусфера. Дальше все очень просто. Собрав вместе пальчики, рисуем длинные и волнистые щупальца. Для этого мне понадобилось сделать всего лишь 3 движения рукой. Чтобы наша полусфера выглядела законченной, дорисовываем ей волнистую кромку и большим пальцем наносим простой точечный орнамент. Давайте представим, что мы рисуем нашей медузе юбку. Глаза – это 2 ровных кружочка, в которые мы аккуратно наносим зрачки. Далее дорисовываем бровки и улыбку. Я специально сместила улыбку в левую сторону, чтобы наша медузка смотрелась еще забавнее. И в завершении рисунка изображаем камни и водоросли. Камни я рисую с помощью кулака, а водоросли ребром мизинца. А вы знаете, как будет по-английски медуза? Jellyfish. Запомните, как произносится и пишется это слово. Ну и какой же подводный мир без пузырьков? Легкими касаниями пальчиков мы наносим их 2 руками. Итак, наша медуза готова!